Начинаем с кадровых перестановок. Замены в губернаторском корпусе продолжатся. Айсен Николаев, который 6 лет занимал пост мэра Якутска, назначен исполняющим обязанности главы Якутии. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с Николаевым. Ранее президент принял досрочную отставку по собственному желанию главы Якутии Егора Борисова. Указ опубликован на сайте Кремля. Ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Носовым, во время которой сообщил о решении назначить его в Рио губернатором Магаданской области. На этом посту Сергей Носов сменит Владимира Печеного. Его отставку по собственному желанию президент уже принял ранее. Указ опубликован на сайте Кремля. Ну а вот как эту информацию прокомментировал Сергей Печеный. Я обратился с прошением к президенту об отставке некоторое время назад, прежде всего понимая, осознавая то направление, которое избрано президентом на последующие 6 лет по исполнению важнейших для России движения вперед или, как сказал президент, прорыва. Понимая, что президент для реализации этих задач формирует команду, и понимая, что в перспективе в любом случае мне пришлось бы этот пост оставить, я это прошение подал. Понимая, что необходимо продолжить положительную динамику развития региона. Я регион не покидаю, готов помогать вновь назначенному, надеюсь, избранному губернатору